Центр избирком Чувашии зарегистрировал списки кандидатов всех 5 партий, собиравших подписи на выборах в Госсовет Республики. Удостоверение о регистрации получили кандидаты, которых выдвинули по единому округу «Новые люди», «Гражданская платформа», «Родина», «Коммунисты России» и «Зеленые». Эти партии не имеют льгот на выборах депутатов Госсовета. Они собирали подписи в поддержку, причем не только в бумажном виде, но и через портал госуслуг. Подписные листы проверяли эксперты-графологи и умная техника. В Центре избиркома отмечают, что на выборах в Госсовет Чувашии зарегистрированы все 10 выдвинутых списков, как парламентских, так и непарламентских партий.